Наконец, в Самару пришла настоящая зима, выпал долгожданный снег, а вместе с ним в город вышла снегоуборочная техника. В этом дворе на Георгия Димитрова коммунальщики делают срочную работу над ошибками после замечания от городских властей. Дворовый проезд с колеей, тротуар не очищен, выходы не очищены. За население платит, эти расходы несет, а услугу не получает. После таких аргументов управляющая компания тут же нашла снегоуборочный трактор, а вот раньше с этим были сложности. У подрядчика произошли технические сложности, трактор вышел из строя. В связи с этим дворники вручную почистили проходные дворы. По мере необходимости, соответственно, по накоплению снежного покрова мы проводим уборку с техникой. Дворники ежедневно, каждое утро чистят непосредственно входные группы, отмостки, соответственно, и тропинку вдоль дома. Снег убирают ежедневно по всему городу в круглосуточном режиме. С начала сезона городские службы вывезли больше 70 тысяч тонн снега. Акцент делают на дворы. Всего в Самаре трудится почти 3 тысячи дворников. Во дворе на Димитрово их двое. Равшан Ерматов – один из тех, кто спасает город от сугробов. Каждый день работаем? Каждый день. А если суббота, воскресенье, снег будет, то придем. Работу Равшана жители ценят. Люди не устают благодарить своих зимних спасателей. У нас в доме очень хорошо убирается. Это дворники делают. У нас шикарный дворник. У нас все вычищено. И в подъезде у нас тоже очень хорошо. Не забывают коммунальщики и про реагенты. Все дорожки во дворе посыпаны специальным веществом – антилед -25. В этом году только одна управляющая компания закупила больше 4 тонн реагентов. Кроме того, сейчас по городу активно очищают кровли от снега, чтобы грядущая оттепель не стала роковой. Мария Левина, Максим Гусев. События.